Спонсор этого выпуска — интернет-магазин Центр Кейс. Там продается Splinter Cell Blacklist по самой низкой цене. А также в группе ВКонтакте проходит розыгрыш этой игры. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Все. Чё, как, зрители? Это Гатун и Юзи, вот этот черный, у которого горят лампочки, потому что он стелсит. Сегодня мы будем бугуртить в кооперативе Splinter Cell. Я уже, честно сказать, очень-очень забугурченный, уже прямо в задницу. Насморк у меня не из-за этого, но в любом случае. Вот видите, этот Брикс, он как бы пытается следовать за мной, но не успевает за моими движениями. Вот. И, в общем, что я хочу сказать. Чё-то она плохо записывается! Ну вот. У меня норм вчера пришла. Да, ага, он просто такой, ну, проседает FPS, и всегда так было. Я как бы не привык, я хочу, чтобы у меня ничего не проседало. Поэтому, если немного будет казаться мульным, просто представьте, что это консоли. Хотя мы на PC играем. Ультра хай. Чё? Синхроподъём. Вот так вот. Прыгай, наверное. Я не знаю, что делать. Я не играл в син... Он как бы смотрит, такие, ну да, это пропасть. Ну чё, ну чё, это пропасть, да. Знаешь, Сэм, тут чё-то нихуя высота. Окей, давай я тебя подкину. Когда ты готов. Когда ты насмотрелся на высоту. Я уже... О, помнишь, я вчера, короче, увидел, как метеорит падает. Я тебе рассказывал вообще? Чё, хватит танцевать. Хочешь танцевать? Мы с тобой потанцуем? Давай. Чё, no problemo. Погоди. Окей, синхопродъём. Давай, Сэм. Подтяну тебя. Let's keep going. Оп! Хорош! Let's keep going. Здоровый, правда. Я боюсь высоты, ты знаешь, зачем мне вообще на задание надо было брать, если я... What the fuck? What the fuck, Сэм? Я ассасин. Похоже, зови дороги. Меня, Эдсо Аудитора. Кстати, ты хоть аудио опускал нормально? Ничего я не пускал, играй так тихо. Круто, они переговариваются, слава тебе богу. I got this. Я поставил русские субтитры для всех не знающих. В Conviction они вообще там это... Ну ладно, давай убьем друг друга. Окей, чё, чувак. Спасибо. Да в Conviction я хотел, чтобы... Ну ладно, еще я не знаю, вышла эта серия. Наверное, уж вышла. Я, наверное, выпущу эту серию. Но ты сам меня свалил. Прикольно, слушай. Наверное, здесь, нам нужно по копу на них прыгнуть, типа Death from Above. На раз, два, три. Пока, я не прицелился. Ниже. Раз, два, три. Окей, окей. Можно устранить. Теперь у нас открылся... Чё игра такая темная? Окей. Это нормально. Как сесть на окей на С? Она темная, потому что мы можем прятаться во тьме, чувак. Погоди, это... What the fuck? Это не... Стелсим. Почему у меня нету глушака на оружие? Я же ставил. Какой ты как в Payday? Как поставить глушак? Ладно, ничего, у меня 50 уровень в Payday, я пойду сейчас разберусь. Ребята! На землю! На землю! Ограбление! На землю! Окей, что-то ты умер, а я нет. А, ну тут как бы похардкорнее, чем Conviction. Персонаж даже хардкорнее управляется. Ладно, окей, что-то я тоже лег. Тут какие-то щиты вылезли. И музыка играет как будто, ну все. Ну, это вот. Хардкорнее, я уже сразу заметил, поэтому я тебе говорю. Они говорят тихо, а стреляют громко. Вот где логика. А, блин, мне надо было не слишком низко спускаться, просто прицелиться в них, наверное, да? Ты прям вот сверху уже ты мог их убить? Да. А, окей, значит. Я не знаю, зачем ты стал не нужен поближе. А мне на в этом худ пишет, типа, недоступно, чтобы. Я просто подошел, прям на него рядом встал, и мне написали. Окей, ладно, давай, сейчас вторая попытка, постараемся по стелсу с тобой. Давай, черненький, не опасай своих папуасов. Погоди, все, сейчас, понял. Твои папуасские родители будут недовольны. Будь политкорректен. А я политкорректен, папуасы, у них нету населения, некому жаловаться. Сейчас, погоди, я могу отметить врага? Ну и отмечай. Ты молодца, братик. Ты что не делал там, нет? Можно прям... Слушай, что ты здесь не то? Сэм! У меня смертельная рана, я ничего не могу сделать, я теперь лежу. Абдемишн, Сэм, удачи. Я ничего не знаю, что ты делаешь. Тебе смешно, да, я мертво лежу. Ты что-то там говорил про моих этих родственников, я ухожу отсюда, пока, Сэм. Я не могу даже встать, они просто стреляют в мой труп, мне кажется. Алло, дорогая, ты как там, ужин готов? Тут у Сэма проблемы, он, наверное, не приедет. Они все команды, там 6 человек стреляют в мой труп. Okay, И еще пришел какой-то щит, и такой тоже типа стоит, и чайный пакет, наверное, делает, я не знаю. Дайте подмогу, пожалуйста, у нас тут это проблемы. Аэрофлот уже все вылетел. А как мне написать тебе, что ты сосешь? Слушай, столько они в тебя стреляют, это писец. Сейчас я постараюсь как-нибудь. Видишь, они не видят меня. Прикрывай своим трупом, пока. Сейчас Сэм все будет.
Окей, я готов спрыгнуть. Я пишу тебе, что ты сосешь, хер! Ты что-нибудь собираешься вообще хоть что-то делать? Хоть я что-то? Не знаю, удерживайте его. Оп, оп. Никто не заметил. Так, сейчас по стелсу погоди. Они так отвлечены тем, что они меня убивают, что им просто насрать. У меня уже весь экран просто в кровище. Оп! Как вам такое? О, стелс! Круто! Круто я их всех устроил, а? Круто! 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 Теперь меня подними. У меня смертельная рана. Окей, иду. Зачем ты труп взял? Сэм! Сэм! Я не Сэм! Ой, погоди, это не ты, слушай. Я вообще перепутал, извини. Ой, извини, не хотел на тебя кинуть. Я же не азиат. Окей. Можешь вставать. Блин. Пин-код. Где? Блин, сейчас, погоди. О, боже. Если бы ты слышал сейчас мой пистолет, а ты бы слышал, как я... Где вот так... Чик-чик. Все, вспомнил. 1-1-2. Окей, готово. Погоди, так это же скорая помощь 1-1-2. Не, ничего не выйдет. Давай, труп. У меня просто кетчуп по экрану, я не могу сконцентрироваться. Я попробую это. Ты как там вообще? О, мы там могли пройти. Сэм. Я работаю один, никаких напарников. Особенно. Тут труп можно просто бросать в пропасть и даже не переживать по поводу них. Ну, слушай, стелс здесь намного лучше, чем когда вечером, я тебе скажу. Ты как там, чувак? He's down. Что? Я рад, что это все закончилось. Я нашел себе нового друга напарника. Как его скинуть? Ой, чувак, слушай, как летит там. Давай попробуем. А нельзя как-то весело его скидывать с разбегу, типа. Смотри, как он смешно бегает. Нельзя, они очень тяжелые. Сейчас я еще поднесу. Погоди, сейчас, секунду. Вот еще чуваков нашел. Уже несу. Пойдем вон в ту пропасть. Ты херачь. Че ты? На, держи себе труп. Понял? Это мой труп. Я не могу его взять, что-то тебе. Потому что я его взял. Чувак, пойдем бухнем. Сейчас я их вот сюда попробую бросить. Сплинтер цел, игра про трупы. Я не могу его с разбегу просто бросить. Ну, с разбегу нельзя. Ты на пробел нажимаешь, да? Да, просто бросить его можно, а с разбегу нет. Ча, я подойду. Ну, простелсили, нормально. Эй, сейчас катстену запустим. Какой-то дюльфер. А эта штука взрывается? Окей, эта штука взрывается. Я не понимаю, мне кажется, игра как-то неинтуитивная какая-то стала. Так это ж круто! Это как японский игрок. Ожидаю напарника, смотрю на вены. Скоро их буду резать, видимо. Я так жду, сейчас Сони подойдет через минуту, я их точно порежу. Окей, спускайся. Нас никто не видит? А, можно... Окей, там людишки, побришки. Так, аккуратно, ты главное... По стелсу, короче, это сбрасывай. Я-то знаю уж пару вещей остался. Unlittle, видишь, ставил. Готово. Зарезал, отметьте врагов. Погоди, он его начинает брать? Чего я убил его, точнее, я его вырубил на Unlittle, а потом хотел сделать ему хедшат, и хедшат не поставился. Что? У него каска какая-то, блин. Где каска? У него нету каски, чего? Ну, каска, сука? Вон она покатилась, вот каска. Каска? Вот, видишь, вот она. Ты по ней стреляй. Снайпер какой-то. Че, я его помечу, погоди. А, у нас это, нету... Это не тот снайпер. Вон там, вон он, я пометил слева, который. Серьезно? Ты че вообще? Ой, ты... смотри, я научился кидать всякую херню. Ты кто, Сэм или кто? Какую херню летать? О, боже мой, Сэм. Сэм, не в гости. Это берет какого-то напарника и такой, о, вы самый лучший, которого я когда-либо видел. И сам ведет себя как блядь. Я веду себя как блядь. Мне просто 50 лет. Старческий мараз. Да, уже голос пропал, личность поменялась, все. Старческий мараз, я начинаю молодеть голосом. У меня история Бенджамина Баттона как бы происходит тут. Ладно, я возьму во флайере, а ты в того, который полегче. Ой, а нельзя их захватить щитом? Таргет нейтралайз. Погоди, его скрыть. А я знаю, смотри. Мы будем, знаешь, что прикрываться мертвыми телами, чтобы они нас не заметили на тепловизорах. Вот, хороший план. Может быть, так и будет? Ой, что-то у меня случилось, погоди. Он типа такие эти, смотрит, а тут просто труп лежит. Погоди, у меня какая-то ошибка. О, посмотри на труп. Сейчас, погоди. Какая у тебя ошибка?
У меня ошибка. Ща. Ща я разверну. Черненький. Твои родители думают, что это ошибка. Какая у тебя ошибка? Слышь, хватит, я тебя в следующий раз ну, тут вообще не вспомню. Это ты и так его еле-еле вспомнил, потому что у тебя память... Я понял. Плоская, я хотел сказать, я просто не могу. А, смотри, видишь, те, кто со шлемами, их походу в два раза нужно стрелять в голову. Ну чё, я и без шлемов их в рукопашку могу задушить. Пожалуйста, или... стелс. Да я стелсю, видишь, вовсю я стелсю. Чё, не стелсю, что ли? Сейчас я этих овец состелся, всех застелся. Просто залезть, тут же явный уступ. Ну, окей. Я не могу его достать из такого. Я не знаю, куда мы скалолазим, я просто иду по течению. Как залезть вот на эту херню, тут же явно можно залезть. Но зачем вот это давать возможность такой и не слезть? Блин, это бессмысленно все было, кажется. Слушай, чувак. Я не знаю, я могу вот этого расстрелять, но я могу только шлем снять с него. Да я сейчас всех сниму сам. Фак, фак. Я только что в чувака выстрелил несколько тысяч патронов, и он не сдох. Слушай, это игра хардкорна. Это игра хардкорна, мне нравится вообще туда. Я не знаю, что происходит, кажется, Миша компромайс. У меня вся игра зависла и сказала... Вот я там смертел как? Меня стрелял весь отряд в прошлый раз, и было все нормально. Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой не так? Ты что, не купил бронежилет? Не учили тебя покупать бронежилеты? Вот, его захватил. Но Дер допрашивай его. Ты, кстати, ничего не говоришь, если ты думаешь, что ты вдруг что-то говоришь. Его захватил, братюня. Как ты его захватил? Ты, кстати, хватит говорить. Кажется, ты кажется, не говоришь, дать... когда на... тебе нужно на... нажать вначале кнопку, и у микрофона проходит пару секунд перед тем, как ты сможешь говорить. Поэтому... А, окей. Когда ты его захватываешь, наверное, надо и задержать. Сейчас я трубку. Я пытался задержать, он просто его вырубил и захватил на руки все. Ложись! Оп. Чё ты делаешь опять? Зачем ты что-то делаешь? Я немножко кнопки не интуитивно, понимаешь, чувак? Ну я уже понял, что они не интуитивно. Люди тебя не любят. Все, умрём сейчас. Да. Use a medic. I gonna fuck your ass. Боже мой, what the fuck вообще происходит? Что это такое? Блин, мне нравится, слушай. Да какая-то вообще ваша, ну чё такое? Мне нравится. У меня ещё и насморк. Мне вот в Conviction не нравилось, что... Я всё его просто захватил и убил. Окей, это было странно, я... Бесшумно так... убито, один. Наслаждайся. Мне нужно поменять, чтобы я насмерть убивал. Хотя не надо. Изупить. Говорю, очень круто. У этого парня каска, потому что я не вижу каска. Аккуратно, не появись за этим снайпером. А если он повернется другой? О, окей, я так могу снять. А, окей, блин, я его хотел застрелить так. Кто эти ребята? Как их помечать? Окей. Нормально. Вообще, говорю, сейчас все используют зеленые именно лазеры. Они, по идее, как невидимые практически. Я тоже невидимый. Сэм Фишер, который всех палит. Я демократия Америки. Меня никто не видит, но я есть. Аккуратно. Там еще сверху сейчас пойдет парень. Ну никто не смотрит, смотри. Там сейчас парень должен с лестницы вот этой пойти. Куда-то. Да, я иду с этим ребенком. Окей, забирай, пошли. Нет, смотри, что надо сделать. Иди ты его должен... Нет, со окей. мной. Окей, за тобой. Как скажешь, Сэм. Готов. О, ты видишь, кстати, вот эту бочку? А, не важно. Чё, меня как... Мочи. Окей, меня как-то увидели. Окей, what the fuck, Сэм, я чуть не упал. Все нормально. Ты видишь, как я вешу вообще? Там еще вот этот парень. Все нормально!
Надеюсь, он тебя не увидит, хорошо? Я его застрелю. Ой, ой, извиняюсь. Кто-то подскользнулся, да? Да. А, спасибо. Работаем чисто. Сам ты лучше вообще. Ну это выглядит, конечно, повеселее, чем Conviction. Очень. Намного. Блин. Как мне устать взрывчатка? Я нажимаю, он не ставит. Окей, он зависает. Зависает как-то. Тут есть такая задержка между действиями. Сегодня мы прообщаемся с нашим великим человеком. А как делать кувырки? Что-то я кинул. Я его не туда кинул. Что-то кинул. Шмовая липучку. Великий человек я кинул, извиняюсь. Он туда должен идти. Там, видишь, там какая-то речка есть. Есть смысл их всех туда сбросить, в принципе. Может, тут должны ачимент дать за сброс это. Мы как бы, знаешь, за природой следим. Мы в том нам нужно уйти и покинуть зону взрыва. А, покинуть зону... Чё? Окей. Как уворкаться-то, крутиться? Чувака сейчас спасу. Как крутиться? Как крутиться как? В смысле, чтобы перекатываться? Да. Я не знаю, в мультиплеере я это не нашел. Раньше нужно было вот на эту кнопку нажимать, где я сейчас липучку шумовую кинул. Может быть, на Q? На Q ты просто подкатываешь. Да. Крутиться, а крутиться здесь нету, наверное. Может, убрали? Ну ладно, побежали. Побежали. Ну, кстати, даже сидя можно бежать. Не знаю, можно ли было в прошлой части так делать? Не было. Воу! Вот это просто катсцена. Взрыв такой странный. Да, вообще странный, совсем странный. Но главное, что мы людей спасли, мы их просто выкинули с моста. Тем самым... только начали! Перегли просто их от взрыва. Не за что. Трон взлом! Давай! Взрывай, взлом. В прошлый раз... А, ты, кстати, погоди, как в прошлый раз я бил по дверям, ты не помнишь? Да сейчас нельзя так делать, все, выкинули это. Так. Окей. Давай двигаться. Где-то мне это напоминает анимация совсем. Мне кажется, они ее просто взяли с прошлой части. Контрабандисты тут держатся. Игра всегда будет такой... А, стой, я могу сделать и так. А, она реально темная. Подожди, а где у меня сонар... очки. А, F. F? Jesus. У меня пока просто обычный зеленый. Светлее что-то не особо стало. Скорее вырви глаз, но это первое время. Пока такие только очки. Понимаешь, okay, начинаешь с глаза. Перекрутился, прикольно. Крутая анимация, макап. Стоит очень много денег. Вот. Как-нибудь с тобой как-нибудь провернем такое же. Пошли. Кого мы сейчас пытаемся вообще чувствовать? Контрабандистов? Мы уже всех уже убили, зачем мы это делаем? Ожидаю напарника, который стоит рядом. Вроде нажал на я не знаю, что произошло. Оп! А, стой, поднажимай F туда-сюда. А-а-а, все, я понял. Нет, стой, поднажимай, я тебя запишу. Я перезарядил оружие. Все нормально. Все прошло. Фу. Там перезаряд оружия была или что? А, ожидаю напарника, у нас трос. Ожидаю напарника. Погоди, у меня тут перезарядка. Окей. Возвращайся. А, тут патроны не бесконечные. Ух, щит. Напарник! Поехали! Там он сказал, that's in the room. Что-то такое, они прибыли. Где данные? Еще возможность точки СМИ. СМИ. У Сома новый голос странный. Грим? Сплит-ап. Разделяемся, Шемик, или не разделяемся? Что-то я... Прицелься на это. Уи! Готов врезать пены, ты как? Окей. А если я долго подожду, ты их порежешь? Может, на это надеяться. Тимворк, чёрт. О, я тебя быстрее еду. Ха-ха, стрелец. А у меня я еду быстрее тебя. What the fuck, эй, чё ты дальше меня проехал? Потому что у меня точка дальше. А, я сверху пойду. Мы, короче, копим. Ты с одной стороны, я с другой стороны. Удачи. Сдохнешь, ты. Будьте здоровы. Ай, хорошо, что террористы глухие, не слышат, как я чихаю. Здесь пролезть можно, интересно? Мне кажется, чуть не увидели, но они очень слепые были. Вот собаки совсем. Они, факт, они... аккуратно собаки. Да я все нормально стелс уже. Мне нравятся карты хорошие. Я наш нашел классно. Какие-то данные. А, реально классно. Ноутбук наш. Взломал какую-то... О, я нашел чувака.
Может, мне напишут, как его взять за лошадь? О, черт. Так, меня пока не заметили, я тут херачу. Ты как вообще, чувак? Ну, я вырубил чувака, я теперь хожу с ним по комнате. Поешь. Есть что? Воу, what the... это синхра... Мы, короче, вместе можем во всех перестрелять. Я так и не понял, как это работает на самом деле, но окей. Главное, что я всех пометил. Это особенная фишка у юбисовских игр, помечать. Что у Watch Dogs помечаешь, что в Far Cry помечаешь. Я пойду эту хрень вырублю. Я не знаю, куда мне дальше идти. Сейчас я там активирую, погоди. Смотрю шкаф с документами, пока чипсики кушаю. Ты как там? Я хочу сонар. Я могу взломать. Я взламываю. Ой, кей, тут чувак! Перестань взламывать! Отлично, ты их отвлек. Я пойду сейчас, пока это. Еще кое-что взломаю. Да откуда он вылез-то вообще? Нету сонара, я ничего не знаю. Окей, граната. Окей, ладно. Промазали. Да отвлекай их, пока я это разберусь. Сейчас. Ну что, я их еще как отвлеку? Я оставлю данные, погоди. Что у меня ночное видение? Дымовая шашка. Сезаточил газ. Не могу понять, где пройти, чтобы... Как мне поставить сезаточок? Вот возьми сезаточок. Не имею ни малейшего понять, чувак. Как у тебя там дела вообще? Убиваю людей с автомата. Убил собаку. Где-то под землей эта хрень находится, я не могу понять, как туда пробраться. О, чувак, извини. Здороо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 
Я обхожу. Ой, я могу ломать дверь. Только это не взламывается. Че тут еще можно взломать? Ты должен взломать там. Я бегу взламывать. Я взломаю. Да. А, ты еще там не взломал? Я взломал свое уже давно. А, свое тоже взломал? Тут компьютер какой-то спорно. Ого. Мы взломали для того, чтобы найти компьютер спорно? Да. Что там внутри, кроме порно? Ну, какая-то красная полоска, я ничего не понимаю. Это, я вспомнил, у меня прям флешбэк по первому Splinter Cell компьютера, такие же старые взломал. Как ты вниз-то спустился? Там лестница была, я ее тоже еле нашел. Все, пойдем в эвакуацию, понял. Я первый. Ха-ха. Я выпрыгнул в окно зато. Очень-очень кинематографично. Все, побежали. Так, сейчас я пулемет. Так, не совсем выход, прямо выход. О, отлично, нам помогает. Я им создачу газ выкину, ну ладно. Нам сюда вообще бежать? Синхрон взлом. Синхронсила! Давай. Я прикрываю тебя. Синхрона, отлично. Я не знаю, когда мне нажимать F, а когда не надо нажимать. Хорошая музыка. Хочешь? О, смотри. Let's go, бомбш. О, хорошо, Эстер. На тебя это как-то влияет? Нет. Возможно, там настройка как-то можно поставить, типа урон своим, но я сомневаюсь. Синхронзом, что ли, опять? Синхронтила. Нет. Наверное, по кнопкам надо... Да, на кнопку нажать. Причем она не подсвечивалась, ее нужно было понять, что это. Fucking hardcore. Блин. Да у меня у самого нет, это звездочего газ для лохов, походу. Я как перепрыгнул. Найс. Хорошая попытка, Сэм. Хорошая попытка. Погоди, мне надо. На синхрон зломи нельзя выламывать двери. Я попробую электрошокер поставить, посмотрим, что будет. Когда ты готов. Блин. Голос похож на который Гарус озвучил. А, нет. Кого? Нет. У Сэма. Да нифига. Нифига, да. Даже я перепутался. Смотри, какие линзы. А? Смотри, какие проекторы стоят зачем-то тут. А, ты видишь проектор? Я их не вижу. Как это? Ты не видишь, как тот самолет показывает? Я вижу, как самолет показывает. Ты видишь, чтобы хоть один проектор, который показывает эти самолеты? Нет, но это же кто-то это показывает. А, окей, это наши игры. Это было типа катсцена. Апсет. Я апсет, понимаешь? Апсет. О, видишь, тут какая-то точка. Управлять беспилотником. О, я прикрою тебя дроном. Ну давай ее. А, на счет три. Ой, Сэм, погоди, стой. Погоди. Какая тут кнопка? Че я только что нажал?
Окей. Кажется, это не должно было так быть. Это, например, кнопочка. Тоже странная какая-то кнопка. Окей, я что-то сделал, но ты можешь идти сам, наверное. Да? Круто оно. Я не пойму, ты IC-130 каким-то срываешь, что ли? Ну, почти. Получайте мадопака! What the fuck? Живой там, Сэм? Сэм? Да, только я стану немного опаснее. Тебе далеко достаточно? О, чуваки застряли. О. Сэм, не вижу врагов, помечай. По возможности. Сэм, я их сам видел. Как? Тебя стреляет, нападет на место. Нельзя как-нибудь выйти. Я, кажется, застрял в углу. Ты мне скажи, я пальну бешумно убито. Вроде видишь, кого-то бешумно убил. Он даже не заметил. Правда, это не похоже на бешумность, но... Как мне его пометить? Они не помечают нифига. Ну, да. Я стараюсь. Эти убил? Ребята. Не знаю. Кажется, ни хера ты никого не убиваешь. Сэм, аккуратнее. Я пускаю ракеты. Это 70 миллиметров. Будь аккуратен, пожалуйста. Я вот убиваю там внутри. Полный кавардак. Никто давно не убирался здесь. Ну, всем пофигу. Тут вообще, кстати, я смотрю, разрушения какие-то есть. Я, например, могу подключить больницу, она разрушится. Круто! Круто, чем колдюс. Какой-то человек бежит сразу. Вообще они немножко боятся тут выходить, я скажу. Например, это убило. А по непривычке пытаюсь выйти из сидения на контрол, а он ничего не делает. Да. Тут нельзя пройти, тут невидимая стена. Хорошо, вот. И тут нельзя выйти, окей. Ладно, там какие-то цели очень странные, я их убить не могу почему-то. А вот только что убил. Кажется, всех захерачил, но неверно. Я несколько ракет еще на всякий случай пустил. Я пытаюсь обойти как-то, но тут надо идти, кажется, напрямую. Ну, чувак, вроде ты прошел. БПЛА. Тут какой-то БПЛА, ты теперь должен... Теперь меня больше прикрывает, да? Захватить беспилотник. Как мне захватить беспилотник? Активировать. Окей. Окей, отлично. Let's go. I'm coming, Sam. Окей, вот это фигня. Ты уже это все уничтожил, мне кажется. Сэм, прикрывай меня, я к тебе. Стаун. Сэм, дорогой, у меня тут... Просто беги по прямой. Нет, тут не получится. Слишком сильно стреляют, чтобы мне по прямой бежать. Ух, нихера себе. Слушай, Сэм, почти меня убил. Сэм, это мне не очень нравится, когда рядом со мной 70 миллиметров взрывается. Слушай. Ох, нихера себе. Сейчас, погоди. Тебе весело хоть там? Немножко. Майкл Бэй позавидовал бы. Тот сверху умер, кстати. Собаки! Ой, ёпта, собака! Окей. Я только что замочил бедняжку. Rest in peace, bitch. Call of Duty даже и не видел подобного дерьма. Ах, год собак, как я рад. Год лука как-то не особо так было, а вот собаки мне нравятся. Прикольный да песик. Да потому что нигде не вышел, нормально. Ну чё, как, Сэм? Я прибежал. Всё, прибежал, это хорошо. Это за нами. А вдруг ты за нами? Вот что они попрыгали? Так и сели. А, двойника моя коза! Да. Так и поехали, приехали. Погоди, куда мы приехали? Такой тоже водитель выходит, вот такие. Нам денег надавали за нашу недомиссию какую-то непонятную. Бешёмное оглушение. Хрена, 200 тысяч долларов. Неплохо. Обошел противников ноль. Я бы тоже, как Сэм, 50 лет херачил бы секретным агентом, если 200 штук дают. Ну, вообще не. Я херачил бы. Чков Пантеры. Найс. Че, улучшаем снаряжение?